Как убить вот этого босса? А, легко и просто. Мы просто берем гранату, активируем терминал сначала. И потом с гранаты его подкоцаем. Вот стоим где-то чуть-чуть здесь. И как разворачиваемся, ты смотри, амплитуда какая. И приблизительно в него направляем. Лобыськ. Бабах. Закрылось. Нажимаем активировать терминал. И все, он готов за нами идти. Да. А мы в этот момент просто убегаем в одно местечко замечательное. Главное, за воду уйти, чтобы нас никто не тормозил. Потому что там толпа громадная будет. Кстати, Коврок вообще реально топчик на данной локации Бункер Браво против лучших. Потому что смотри, что я могу показать тебе. Берешь, кувыркаешься, и ты можешь еще во время кувырка управлять этим челиком. Шикарно. Ни урона, ни радиации. Так, попробуем с дробовика, что ли? Опа! Давай, красота какая, ты смотри, как мощно-то. Одного дробовика люто как, с критами, но он модифицированный, потому что. Тихо-тихо-тихо. Все, пока. Нет, 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 нет. Камон, камон, давай, попроще. Проще, мужик. Если не ошибаюсь, то все равно задел. Ну ты даешь. Капец, те уже подошли. Капец, я не подрасчитал немного. Все, босса взорвали. Круто. Надо было... Моя ошибка в том, что надо было босса, короче, постепенно мочить, пока он двигается. Он как только из комнаты вышел, и постоянно мочить, мочить, мочить. И в этом оказывается моя ошибка. Не так далеко надо было заходить. Ну все, еще одна награда. Босс против Глока, нормально. Yes, the boat land. Oh dear.